Как стать успешным фотографом? Учитесь фотографировать. Если вы купили хорошую камеру, это еще не значит, что вы сможете зарабатывать фотографии и делать хорошие снимки. Работайте над своим имиджем. Ваши клиенты оценивают вас, и вам необходимо поработать над своим имиджем. Возьмите за правило готовиться к каждой встрече с клиентом. Учитесь продажам. Даже если вы очень хороший фотограф, и у вас всегда могут быть проблемы с поиском клиентов. Одно из самых больших заблуждений – я делаю качественную работу, и клиенты сами придут ко мне. На самом деле это не совсем так. Станьте популярным. Создайте систему, когда вы выкладываете свои фотографии сразу в несколько мест. Настройте систему оповещения о новых письмах к вам на почту. Повышение заработка. Самый эффективный способ повышения заработка находится рядом с вами. Это уже существующие ваши клиенты. В маркетинге привлечение новых клиентов – это более затратное занятие, чем работа с уже имеющимися клиентами. Об этом и многом другом вы узнаете из мини-курса «Как заработать фотографу».